Всем привет! Сегодня в мое видео будет посвящено такой теме, как субстрат кактусный. В каком субстрате, меня спрашивают многие, я содержу свои кактусы. И содержу я их в личузе. В личузу я добавляю земли немножко, только для огромных моих столбовидных кактусов и для эхинопсисов. Немножечко добавляю земли побольше в личузу для селеницериусов. А все остальные кактусы у меня сидят, растут в личузе. Этот субстрат, он является отличной альтернативой обычному грунту для растений. Также он подходит для комнатных и садовых растений, не исключая орхидеи и цитрусовые растения. Вот так вот выглядит личуза, в которую я сажаю свои кактусы. Здесь какие исходные вещества? Это горная порода, лава, пемза, цеолит. Вот. Фосфаты находятся, калий там, конечно, бор, медь, цинк. Каковы же преимущества применение личузы? Личуза – это пористый материал, благодаря которому растение равномерно снабжается влагой. Также личуза удерживает излишки влаги и отдает растению постепенно. Это все позволяет избежать перелива растения. Личуза, она сохраняет свою воздухопроницаемость даже через несколько лет использования. Допустим, у меня посажен кактус, и он уже пробыл там 3-4 года в одном субстрате. Я хочу пересадить. Вы можете эту же личузу, этот же субстрат, в котором сидит кактус, использовать снова, только при условии, если там не добавлена земля. И вот вы стряхиваете с корней в субстрат, добавляете там немножко нового и снова высаживаете свои растения. Цеолит, который находится в субстрате, он является поглотителем запахов и способен уничтожить споры вредоносных грибов. Лава, которая находится в субстрате, она снабжает растения железом. Также вы можете высаживать растения и оставлять их в саду или на балконе, так как хороший воздухообмен и вода легко проходит через этот субстрат. Конечно же, если пойдет дождь, то очень выгодно держать растение в личузе. Растения находятся в личузе у меня. Вода не задерживается, не застаивается, поэтому нет такой вот гнили, загнивания корней, корневой системы. И это, конечно же, очень сохраняет мои растения. Очень сыпучий субстрат. Когда вы используете его, никакой грязи нет. Он не опасен для людей, даже с аллергическими заболеваниями. Также личуза не вредит и домашним животным. Производители этого субстрата, они советуют применять личузу, сажать только в этот субстрат, без применения грунта. Только тогда он будет эффективно работать. Когда вы пересаживаете свои растения, вам в этом случае, если они находятся в личузе, приходится только немножечко встряхнуть растение с корней, и легко осыпается, не повреждается растение. Также, что я заметила,
лечузу. Она не требует замены в течение многих лет. Сохраняет свою воздухопроницаемость. И это, конечно же, очень выгодно, особенно когда у вас в коллекции много растений. Мои растения уже находятся в лечузе, наверное, более 13 лет. И всех, кого я знаю из нашего кактусного клуба, они тоже содержат свои растения именно в этом субстрате. Так что всем советую. Вот посмотрите, допустим, мои цериусы. Они тоже в этом субстрате. Немножечко между внизу, там, где корни, я добавляю землю в перемешку, опять же, с лечузой. Покупаю я субстрат в интернете, покупаю большими партиями по 500 литров или 1000. Если беру 1000, то с кем-то берем на, ну, поделить, чтобы. Очень хороший субстрат, я довольна. Во-первых, у меня коллекция, теплица, она небольшая, 12 квадратов, и чтобы не разрастались сильно растения, очень выгодно держать в таком субстрате. Если вы посадите их только в землю, они будут жиреть, растения быстро расти, толстеть и занимать все больше и больше площади. А у меня, допустим, эхинопсисы гибридные. Вот возьмем хотя бы вот этот эхинопсис гибридный. Ему уже, наверное, 17 лет, а вот как он выглядит. Выглядит небольшим. Тем не менее, как вы видите, он цветет. Они у меня все цветут каждый год. Разве что за исключением каких-то некоторых. Вот, допустим, как этот культивар, эхинопсис гибридный. Хакуё, он не цвел еще у меня ни разу, хотя всегда дает бутоны. Но, как пишут о нем, он и не любитель зацвести. Редко цветение дает. Как вы видите, вот и другие кактусы у меня в таком же субстрате находятся. И все цветут. Посмотрите, вот гимнокалициумы. Кто ходит на мой канал смотреть цветение моих кактусов, тот знает, что я не обманываю, а показываю всю правду о выращивании своих растений. Вот, посмотрите, феррокактусы я тоже немножечко мешаю, добавляю землю. Вот, лава там, цеолит, как вы видите. И вот, посмотрите, цветет. Так что, извиняюсь за звуки, соседи делают ремонт. Ну, надеюсь, что вам видео оказалось полезным. Желаю вам всего самого лучшего. Спасибо, что вы приходите и смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, еще будет очень много интересных тем. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Мне очень приятна обратная связь. До свидания.